Наверное, не «Госпожа удача» должна была называться сегодняшняя программа. Но мы договаривались накануне того страшного дня, что ближайшая передача будет о нем, счастливом человеке, добившемся в жизни удачи, композиторе Викторе Резникове. Я долго не могла приступить к этой работе. Во-первых, потому что я до сих пор не могу говорить о нем в прошедшем времени. Во-вторых, я слишком хорошо знакома с семьей Резниковых, чтобы сделать просто творческий портрет на память. Я знаю больше. Я знаю то, чем восторгались и чему завидовали многие. Я хочу рассказать вам историю любви. Жена Виктора Резникова, Людмила, передала мне недавно письма, которые она пишет сегодня Виктору в мир иной. С ее разрешения я познакомлю вас с ними. Виктору и Людмиле, и всем тем, кто любил и любит, я посвящаю эту программу. Я люблю тебя и хочу рассказать о тебе нашим детям, тебе, о том, как счастлива я была, о том, что не успела и не могла сказать, когда не уберегла, не сумела защитить, вытащить, удержать. Прости, родной. С той минуты, когда я увидела тебя, и до последнего моего часа, ты со мной. Ты главное в моей жизни. Я люблю тебя и все время разговариваю с тобой. Ты слышишь? Мы не успели разлюбить друг друга. Говорят, это происходит почти со всеми. Мы были вместе 16 лет. Иногда ты говорил: «Ну, когда мне с тобой станет скучно, наконец?» И я боялась, что стану ненужной, и радовалась, что еще необходимо. Я все время жду тебя. Ловлю себя на том, что вздрагиваю, когда слышу твой звонок в дверь. Когда подхожу к дому, ищу глазами злополучную старенькую машину, стоящую у подъезда. Я знаю, я уверена, что ты рядом. Ты с нами. Анюта на днях сказала: «Мама, что ты плачешь? Папа все видит. Он не любит плакс. Она тоже ждет тебя. То собирается поехать к тебе в больницу, то говорит, что тебя забрал Бог на небо. Она похожа на тебя во всем. Во вкусах, привычках, даже в неумении усидеть на месте. Вот, наконец, присела на стул, вытянула носочки и говорит: «Мой папа сказал делать это упражнение, чтобы быть сильной и балериной». Она часто видит тебя во сне, просыпается, и первая фраза о тебе: «А ко мне ты пришел только раз. Но я проснулась утром почти счастливой». Мама!
Помнишь, как мы встретились? Мне так не хотелось идти на тот день рождения. Но, наверное, тогда уже нам было предопределено встретиться. Я приехала. Ты был неотразим. Этакий красавчик, спортсмен, довольно-таки самоуверенный тип в модном сером замшевом пиджаке. Как оказалось потом, единственным. Я в дурацком платье, с бантом сзади. Я храню его. Ты сказал, что это эталон формы, и я не должна выходить за его пределы. Я делала это несколько раз. Толстела, худела, снова толстела. Нашла это платье недавно. Может быть, наша Анютка когда-нибудь наденет платье с бантом и пойдет на праздник. И встретит там того, кого полюбит. И того, кто полюбит ее. Ну вот, начала вспоминать нашу первую встречу и прервалась. В этот вечер мы не общались с тобой. Ты даже ни разу не пригласил меня потанцевать. А на следующий день ты узнал у подруги мой номер телефона и попытался разыграть меня. Говорил женским голосом. У тебя это здорово получалось. Сначала были только длинные, иногда длиной в ночь, телефонные разговоры. Но тогда я уже понимала, что ты – это ты. Я чувствовала это и противилась этому. Ведь я становилась зависимой от слов, жеста, взгляда, настроения. Но уж это слишком, думала я, и влюбляла все больше. Наивная. Нельзя от судьбы уйти. Я часто слышу от своих подруг. Зато я независима. Сочувствую им. Любовь – желанная болезнь, непременный симптом которой – зависимость. И не найти от этой болезни лекарства. Да разве это нужно? Чем?
музыка. Так полно она вошла в мою жизнь вместе с тобой. Как жаль. Это была первая песня, в которую ты разрешил мне войти. Ты написал потом на клавире. Самому любимому из соавторов. Я была счастлива, хотя мое соавторство было весьма скромным. Я просто сидела рядом и с восторгом внимала каждому звуку и слову. Ты сам писал тексты почти ко всем твоим ранним песням. Некоторые из них наивны, другие банальны местами. Но песни талантливы в смысле родства и единства, музыка, слово. Ты долго не мог найти своего поэта, пока не познакомился с Лешей Ремицаном и Лилией Виноградовой. Ты решил показать песни какой-то редакторше на телевидении. На этой встрече присутствовал один небезызвестный композитор. Ты сыграл несколько песен. Вердикт этой первой телевизионной комиссии был категоричен. Писать музыку противопоказано. Бог судья этим людям. Ты давно простил этого композитора, телевизионную активистку. Но думали ли они, что своим словом ранили тебя и вычеркнули год из жизни талантливого человека? Ведь все это время ты не подходил к пианино. Но кто бы и что бы ни говорил, ты просто не мог не писать музыку. И сколько раз судьбу твоих песен решали такие эксперты-импотенты? Болезнь некомпетентности, дурновкусие, взяточничество породила популярность песен монстров, ставших идолами для неразборчивых и неподготовленных слушателей. Ведь популярность находится в прямой зависимости от количества эфиров. А может, эти люди, случайно назначенные распоряжаться судьбой авторов и их созданий, искренне в своих оценках? Тогда это не вина их, а беда. Ты прощал. Талант всегда добр и великодушен. Никогда не говорил ни о ком плохо. Радовался успехам одаренных. И только после того, как не стало тебя, мне рассказали, что из-за неумения быть полезным ты часто оказывался за пределами музыкальных программ. Я сейчас подумала, что не хочу говорить о тебе напыщенно, с пафосом. Ведь ты так это не любил. И если тебя коробит что-то в моем письме, прости. Притворяться, брось, и не стесняйся.
навсегда, что твоя беда и моя беда. Ты помни, что я здесь, что я рядом. Ты помни, что я рядом. Я в облака запускаю бумажного змея. Помнишь, как мы первый раз поехали в Солнечное? Был день на грани зимы и весны. Снег, солнце, сосны. Ты любишь эти места. Вообще, сосна — твое любимое дерево. Ты поцеловал меня и сказал: «Ой, у тебя, оказывается, веснушки». Ну вот, он такой красивый. Эти уродливые веснушки выскочили. Вообразила себе бог знает что. Тоже мне красотка. «Наш сын», — повторил эти веснушки. Я заканчивала институт. Впереди аспирантура, потом диссертация, потом амбиции к черту. И без всяких колебаний. Ты главное. Эти феминистические штучки — чушь и бред. Карьера — да к чему все это, если есть любовь? Мы ездили на футбол. Ты обожал, когда я приходила посмотреть на тебя и погордиться. Мотались в Пушкин, Павловск, Солнечное, Разлив, Белоостров, Дюн. Куда угодно. Вместе. Вдвоем. Я не могу без тебя. Старый фотограф, скрипящий штатив и аппарат с послеповатым глазом мехами утомленно шевелит, остановив мной начатую фразу. Старый фотограф нас поймал в прицел с улыбкой на обещанную птицу. Я счастлив, что тот снимок уцелел, и время в нем смогло остановиться. Старый фотограф, расставаться, но повод был хоть в этот краткий миг своим плечом плотней к тебе прижаться. Старый фотограф, знал ли ты тогда, что будешь мне дороже всех знакомых, оставив близость нашу навсегда в кусочке пожелтевшего картона. Старый фотограф, о-о-о-о, старый фотограф, о-о-о-о.
отчаянно пытаюсь продолжить то, что ты делал. Ведь многие твои песни остались неспетыми, проекты нереализованными, и иногда впадаю в отчаяние. Но уверена, что все это нужно не только мне, но и тем, кто любил тебя, твою прекрасную музыку. Это дает силы. Песни – твои дети. Помнишь, как-то я спросила тебя, а ты боишься смерти? Нет. Я уже успел кое-что сделать. Родил детей, написал песни, ведь они тоже мои дети. Ты успел сделать многое за свои неполные 40 лет. И был талантлив во всем. С тобой было легко. И жизнь не казалась бессмысленной и пугающей. Где ты? Witness all the things that made me what I am, and feel the fires that gave my soul to me. But now the future's changed for me, and all beyond the things I see, we'll live within the changes in these eyes, within these eyes. Немного. Не хотелось бы проснуться и руки твои коснуться. Время летит, все впереди. Ты погоди, не уходи. Солнечный свет канул за
fly high, road running, baby. Now you left me where I was, my one and only choice. Whoa, I can't deny it hurt me. All your grooving, no matter what time, no matter what place, no matter how soon you'll quit the race. You're flying so high, you're moving so fast, but you got a place right here in my heart, right here in my за ночь, спасибо за сын.